И всем привет, с вами Турбоёжик и Настенька. Всем привет. Любимая Hustle X, да, Настя? Да. Я вам хочу показать новый сервер Бендера, но он не новый, мне его дали, короче, я тут типа админом стал, и даже его, вот смотрите, он там, видите, что написано? Официальный канал сервера, YouTube канал Турбоёжик. Мне тут дали креативку, квестмастера, так называемые, гейммоды. В общем, если вы что-нибудь поняли из всего, что я сказал, радуйтесь. Теперь наш официальный сервер это Hightech Lite, PvP, точнее PvE 3, вот он. Сервер Бендера Hightech Lite PvE 3. Да, Настя? Да. Я могу раздавать алмазные блоки. Шутка, я не могу раздавать их. Но я могу создавать кошечек. А, убивай ее, убивай кошку. Ее не должно быть здесь. Ну что, пошли отсюда. Пойдем. Этот урод на меня смотрит. Пойдем в мой дом. ТПшиться надо. Да. Тебе придется написать Home Hustle X, когда я тебя приглашу. Раз, два, три. Что там мне нужно написать? Home Hustle X, подожди, я тебя еще не пригласила. Home с двумя О? Нет, обычный Home. Home Hustle. Стой, 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 не пиши. Пиши. Ослабьтесь. И не шевелитесь. Ой, я приперся в дом. Ты мне в приват добавила? Нет, ты ведь так можешь. Не могу. Я пошутил. Меня заперли. А что за скелет у тебя здесь? Это статуэтки для брони. Как ты ее сделала? Я не помню, я давно не играла. Ладно, добавляй приват. Админ не может выйти, админ застрял. У меня нет привилегии разрушать чужую эту админ. Чужой приват. РГ, ты точно не разгрифируешь? Если бы захочу, я тебя вообще забанить могу. БР. Шутка. Обана. А перышком потыкай по моему региону, я забыла, как он называется. Я не знаю, у меня нет перышка. И кстати, я его не возьму. Меня ждут. 1-1-2-2-5-5-5. В общем, ужас. Тафт нажми. О, я могу летать. А мне летать охота. Все. Все? Точно? Дай-ка я погрифю что-нибудь. О, смотри, я с первого раза уничтожаю все. Ты же креатив. Ага, я креатив. Помни об этом. Хочешь эти сундуки все разрушу? Не надо, не надо. Или вот этих скелетов твоих. Да я, давай я тебе кошечку создам. Кошечка. Котята. Спасить. Приручай, что ты рыбу тащи. А у меня рыбы вроде нету, а надо смотреть в сундуках. Мочим котят тогда. Это негуманное отношение к животным. А не котенка я не хочу убивать. Но они вырастут. Да. Как и котят. Мне так. Есть две рыбки. Вон, одного приручи, одного котенка я тебе оставил. Ай. Лови. А он должен вырасти, наверное. Корми его рыбкой. Смотри, какой прыгучий. Сама не схавай тут. Куда он там? Вон, я его загнал в угол. Приручай. Он не хочет. А, он еще маленький. Давай я взрослого создам. Но этого надо замочить, потому что нельзя создавать. Вот, давай, ручи его. Не жри, а ручи, котенка. Так, надо на шифте подойти. Ну? Ну, должен похавать ее, и сердечки должны появиться. Стой! Не беги, он должен ко мне подойти, не пугай его только. Я не пугаю, это ты пугаешь. Я и в креативе не могла его приручить. Нет, не помню. И давай его кость там. Ему нужна рыба, 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 рыба. Убей его! Давай лучше волка. Иди сюда, иди сюда. Где он? Я его потеряла. Вот он у меня сюда спустился. Он к тебе хочет. Лучше волка создам. А вот. Еще немножко. Он убежать хочет. Брейкданс. Опа. Все, у меня теперь волк. А. Ну-ка, фас. Это кот. Фас, смотри.
Ау, ау, бои животных. Сейчас мы будем бои животных устраивать. Ой, какие у него милые глазки. Посмотри. А чё не спаунится железный человек? Какой железный человек? Голем. А у тебя... Это тоже не спаунится. Мобы вроде отключены. Слот, грибная корова, что-то у нас, курица, курица, овца, о, свинья, ведьма, ведьма. Она сейчас тебя убьет. Чеши оттуда. А-а-а. Фас, 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 фас на ведьму, фас, ведьму, мочи, мочи ведьму. Ай, моего волчонка он убивает, помогай ему, помогай. Я не вижу ничего, а, вот она. Помогай, убивай. Быстрее, ведьму. Инструменты, где мой меч? Она убила. Гадина. Палочки? Ты забрала с него, с нее эту херню. У нее палочки выпали. Сейчас я тебя испугаю. Не надо. Он же не разрушает. Он убивает. Прикольно, да? Отойди, сейчас я. Тебе повредило? Нет. Интересно, да? Прикольно. Давай лучше вот этого создадим. Самый лучший житель. У тебя эндермен дома. Упс. Ах. У него зубы. А куда он исчез? О, он тебя убил. Смотри, от лука он так прячется. Забирай свои. О, ранец. Ранец отдай. А если бы я его не забрал, он исчез бы. Ну отдай. А что у тебя две двери? Чтобы никто не зашел. А где твой ранец, интересно? А, вот у меня. Ох, 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 у меня тут много вещей. Это вот твой, да? А что у тебя еще было? Ну и меч. Меч не обязательно возвращать, у меня их много. А. У меня тоже их много. Так, давай еще что-нибудь создадим прикольненькое. А я потеряла штуку, чтобы заряжать. А, сходи в мой второй дом. А у меня шар как работает? Ой, почини. Нет. Сходи в мой второй дом. Угу. Не вижу твой второй дом. Рядом, прям рядом. Беленький такой. Вот этот высокий, который? Который летает. Это твой дом? Второй. Ой, он не запривачен. Не запривачен? Запривачен. Я уже не помню. Ой, ой, пожар, помогай, помогай. Сейчас дом сгорит. Спаси, спаси. Помогай. Хасл. Туши, туши. А! Давай я лошадь создам и буду на ней кататься. Давай. А ты тоже? А у меня лошади нет. Осел, убивай его. Осел еще один, его тоже убивай. Я сейчас себе золотой меч возьму. У меня здесь друг хелпер. Сам ты хелпер. Он помогает людям, он вроде говорил, модератором станет такое. Вот моя лошадка. Как мне должен ее приручить? Сначала покормить яблочками, потом простой рукой сесть на нее. А мне нужно гейм-мод же вырубить. Нет, можно и в гейм-моде. Садись на нее. Он не садится. Так ты не яблочками, а пустой рукой. Он не хочет, видишь? Так ты луком садишься. Надо пустой рукой, совсем, совсем пустой, без костей. Зачем ты ее? И? Покормить яблочками? Нет, подожди, пока сердечки появятся. Появились? Нет. Вот. Да, появились. Все, она твоя. Седлом ее только сделай. А, точно. Все, у меня золотое седло. А, это броня. Фу, а где седло? Ребят, я хочу седло. Я не помню, где оно. Я тоже не помню. Так, вот здесь, наверное. А, вот седло. И-хо-ху! И-хо-ху! Я татарский лучник! Нет, смотрите, нет. Ёжик татарский лучник. Иди сюда, Хасл. Хиракс. О, крутая лошадка, она хорошо прыгает. У меня лошадки нету. Татарский лучник у тебя и не будет, тебе нельзя давать. Да здесь они и не спавнятся. Но если в комментариях админ, тот, который мне дал эту креативку, напишет, что Хасл Иксу можно давать,
вещи. Тогда я буду давать. Он будет обязательно смотреть этот обзор. Я могу домой зайти? На лошади. Давай, открою двери. Открой, нужно вот здесь разрушить. И вот здесь. И вот здесь, да. Через сундук прошел. Да? Да, ты вот головой в сундук. Ты головой в сундук врезался. Тудук-тудук. Дайте пройти, я не могу. Я не могу. Я немного... Сундук. Всё, убивай лошадь. Давай. Не хочу ее убивать, она такая красивая, в золотой броне. А я с золотым мечом. А, как я на нее села? Она тебя скидывает, что ли? Нет, я врезалась в блок. О, алмазы, алмазный меч я хочу. А ты ее прицепи куда-нибудь, чтобы не сбежала. Да, я ее сейчас прицеплю. Нельзя так делать. Ну вот, в принципе, обзор сервера закончен, наверное. Сделаем коротенькую серию. Утирай. Стой на месте, я посмотрю на твой ранец. Встань прямо, чтобы я мог, а не за спиной. Так. Встань вот здесь. Здесь? Все, нагнись теперь. Сними трусы. Так, короче, вот мы и закончили съемочку. Пошли по... А, не трать свой ранец. Тебе, в принципе, могу тебе новый дать. Нет, не можешь. Ну да, не запрещено. Но если этот чувак напишет, то могу. Кстати, это Фрост мне дал. Да, я знаю, здесь админ Фрост. Ага. А чё мне не разрушает? А, все. Смотри, я могу разрушать блоки, но они не падают. Фигня какая-то, да? О, я могу строить все, что захочу. Вот классно. Надо побольше обзорчиков здесь снимать. Хочу построить пещеру, лавовый дом, все что угодно. Именно здесь. Ну, где хочу, там и буду. Комбинезон инженера у меня есть. Круто. Золотые ботинки. Давай я лучше в золото оденусь, а не в это говно, которое у меня. Корону одень. А как одеть? Где корона? Это... Это золотой, золотой шлем. Да-да-да. Ой. Не зря. Я же король! Ладно, хорош прикалываться. Блин, мне еще сегодня загружать это все надо. Какой-то игрок. Смотри. Какой-то игрок, он меня убить хочет, хотя здесь нет. Сейчас за... Давай я его напугаю, попытаюсь. Дай мне. Сейчас забанит. Тебя капслок. Я помню. Давай ему что-нибудь дам. Стрелой в попу. А у него... Это девочка, а нет? Это девочка. Стой. Стой. А, нужно вот так вообще. Алмазный блок и стак. Вот она обрадуется. А че ему ее остановить? Давай ее убьем. Мы не можем ее убить, мы можем только так. Ой! Это не мы, это не мы. Я не знал, что можно убивать. Надо поставить сюда. Ой, что я делаю? Фу-фу-фу. Иди сюда, да я тебе подожгу еще. Да ладно, шучу. Блин, писать не люблю. Давай напишем, кто под. Давай ей благодарность дам яблочки, на. А ты спроси, кто подписчик Турбоёжика и сколько будет я в чате. А то я её жизни случайно отнял. Я не знал, что можно огнем убивать. Иди сюда, Хасл. Ты мне надоел уже. Прыгай в воду. Ранец! Где она? А вот она. Сейчас она всю потратит. А у меня режим бога. Ну, мы ее повредили, мы ей возместили случайненько. Я не знал, что можно огнем убивать. Теперь знаю. А, ща волков создам, короче. А, нет. А где твой дом вонючий? А, вот он. Какой вонючий, почему? Из дерева, потому что ничего оригинального не могла придумать. Вон у меня мраморный дом. Вот такой бы и пусть надо было строить. Где тогда было столько мрамора? Да в шахте много. Хочешь, даже покажу эту шахту? Да, я могу тоже добыть, вот, креативнее. Давай я паутинки натыкаю у тебя дома. Ай. Яйцо призыва! Только тронешь, я бы тебя убью.
Ау, я застрял, помогай. Не руби. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ау. Бум-бум-бум. Короче, у тебя загнанный такой домик с паутинкой. Давай уберем их. Давай, вот, держи, как бы дал. Вон, забери. Вот них. Здесь в углу я паутинки поставлю просто. Чтобы декорация. У тебя, типа... Да, но их не срубай. Угу. Так, нормально, типа у тебя старье, все. Прикольно. А, не, вот когда будешь залезать, он тебе может помешать. Кстати, у тебя лестницы какие-то кривоугольные. Давай, поднимайся на крышку. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо поставить его. Ой. Алмазными блоками тебе заделать. На колесико мышки нажми. Ну, нажал. Ну, смотря на дерево. И возмести мне ущерб. Не работает. А, нажать? А, о! Спасибо. У тебя есть алмазная кирка? У меня железная вроде есть или что-то типа такого. Сколько в блоке алмазов? 9. У меня бронзовая кирка есть. Прикольно, да? Можем алмазные эти. Давайте алмазную окантовку вокруг домика сделаем. Только ее не срубай. Давай. Ага, конечно. Не срубай. Потом приду, смотрю, одного алмазика нет. Вместо него лазурита выходит блок в лучшем случае. А в худшем случае дерево, да. О, я знаю, я железную дорогу построю. Точно. Чтобы можно было отсюда и куда-нибудь под море уйти. Точно, я знаю, какая будет следующая серия. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Это был обзор на сервер Бендера, где мне дали креативку. Как я и говорил, это PvP... Нет, PvE3 сервер. Да, PvE сервер. Так что, PvE3 точнее. И так что всем пока. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Дальнейшие видео, я думаю, буду снимать только на этом сервере, возможно. Ну, возможно, и на других. Ну, в любом случае, качайте сервер Бендера, он очень неплох. Хасл. Всем пока. Окей, всем пока. Обнимашки. Обнимашки. Всем обнимашки. Пока.